Харків, 8 марта, 2014 год, 14:43 по Києву. Проросійська демонстрація возле обласної державної адміністрації Харкова. Хоть і многочисленна, але значительно менше многочисленна, ніж во время штурму предыдущего. Очень много милиции. В общем-то, не думаю я, по крайней мере, что сегодня будет что-то вроде штурма. По крайней мере, обычным людям там ничего не светит. Это если какие-то спецы, с тылов, с крыш, а так нет. Митинг перешел от памятника Ленину, все люди перешли туда же, под областную государственную администрацию. Это представить, это те харьковчане, которые, я так понимаю, поддерживают вторжение Путина в Крым, российских войск в Крым. Я слышал, называют его там защитником. В общем, видно, на видеозаписях предыдущих можно посмотреть.